Давай, взор, запись. Эта техника очень хорошая. Вот это как делают такую ерунду, типа выхлоп. Вот это то же самое, только заводское исполнение. Камера слепит цыган, чтобы они не били вам ебальники. Ой. Это ручной газ, вот так вот. И, короче, вот так едешь. Эта техника очень хорошая. Бак качественный. Мотор круглый. Цепь хорошая, как на моем пытбайке. Он крутится. Тут какая-то резиночка. Это так заводы. Так, это резиновая сумочка для дам. Какая резина? Она кожаная. А кожаная, блатная. Это как это? Гуччи. Гуччи это. Мотор тут сцеплинирование. Вот это подрамник, но он тут не нужен. Это для облегчения веса. Что тут еще? Фильтр. Пиздатый, мне нравится. Трубочки больше всего. Они ты видел? Смотри, подсос есть, подсос. Где там сосать надо? Вот он. Где-то там вот, короче. А, вот так вот. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. И сосешь тут. Вот это фильтр. Фильтр. Он дышит. Вот такая вот техника. Вот ты тут, какой глушитель. Этот аист или голубь. Вон голубь нарисованный. Вот. Тут голубь нарисованный. И СССР. Хороший мотоцикл. Очень хороший. А глушитель ты видел? Глушитель. Он хороший. Он веселый. Он весь тут еще очень веселая такая система. То, что... Колесо уходит отдельно от всего мотоцикла. Это для хорошей управляемости. О, техника. Продолжаем фотосъемку. Стелс. Наш любимый стелс. Тормоза плохие. Вот он наш любимый. Круиз-контроль. Так, что тут еще имеется? О, здесь открыт тросик. Тут открыта специальная поставка. Вот так дергаешь, и ему приятно. Тут оно крутится. Это завод, это так и задумано. Так. О, Сюзюки. Сюзюки, тут тросики. Гудочек. Вот так биби делает оно. Амортизатор. Колесо круглое. Так. А, это видел? А, это как на моем питбайке. Ест переднюю резину, потому что это качественный мотоцикл. Это так и задумано. Но... Вот это специальные плавники. Это чтобы приезжать в огород и как баруном, или как это ерунда называется, пахать землю бабушки. И она была довольна. Здесь специализированные зазоры для специализированного ремонта. Специализированных вот этих вот тросиков. Так что мотоцикл будет работать удачно. А что тут еще у нас есть? Какая? Советский велосипед. Есть велосипед, но тут главное вот эта штука, но она не работает. Значит, мотоцикл плохой. Мотоцикл плохой. Эта штука не работает. Она гнивается. Смотри, как это... Тут резина, пизда. Резина качественная. Советская. Супер слик. Это специализированное давление для мототриала. Опять сдуло. О, тут газ. Можно вот так. Не надо, Алексей. Ты видишь, какие ручки? Белые. Белые. Вон. Вот какая сидушка. Вот с того аиста я хочу взять эти. Донором его сделать. Да, нормально. Он так знает... это голубь аист, это одна и та же птица, так что все подойдет. Да. Пойдем обзор на гидравлика. Что там еще? О, 220. Так, а за что я там? Вот за открытый парк, да? Я так, я нашел, я думаю, прям. Пойдем двигатель. Двигатель. Давай. На второй этаж поднимаемся. Погнали. Так. Двигатель. Опа. Вот он наш еще один двигатель.
Вот. Надо поставить вот эту поршневую. Что все было? Заебись. Да. Вот она вот тут это. И вот это. Нам это привело. Корень зла, из-за которого мотор больше не ездит. Да. Это крыльчатка. Это коромысли. Вот так чпоньк, чпоньк, чпоньк. И он мотоцикл работает. А вон там поршень. Вот тут сам двигатель. Вот эта штука двигается туда-сюда. В цилиндре. Вот так туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот так. И он работает. Но в данный момент не работает. Потому что так надо. Эта штука так надо. Вот так. Все, пойдем.